Всем доброго времени суток. Сегодня 16 ноября 2016 года. Как мы все знаем, скоро зима, но в городе Комсомольске-на-Амуре она настала намного раньше. Вот. Почти двое суток шел снег, и город стал очень таким светлым, красивым и сказочным. И в этом ролике я бы хотел вам показать, как начинается зима в городе Юность, в городе Комсомольск-на-Амуре. Поехали! Подписаться на канал моего хорошего друга, на канал Славы Виноградова. Вот тут вот будет его канал. Он очень любит футбол, снимает всякие трюки с мячом и очень интересные и смешные видео. Рекомендую подписаться. И всем пока!